Всем здравствуйте! Сегодня с вами я, Горгалайф. И сегодня третья часть влога Заречье. Вот. В прошлой части, во второй части Заречье, то есть в прошлой части я лег спать и написал продолжение следует. Так что это продолжение. Это третья часть, последняя часть. Так что приятного просмотра. Что ж. Всем доброе утро. На часах сейчас. Почти 11 часов. Вот. И я проснулся. Да. Я не мог уснуть. И поэтому я только это потом заснул. Помощь, короче, заснул. Вот. Я только сейчас проснулся. Ну, короче, пошел второй день. Погнали. Что ж, сейчас я со своей сестрой вышел погулять. Вот моя сестра. Ну, она захотела прогуляться, но я решил пойти с ней, потому что я проснулся, и почему бы не выйти прогуляться. Вот. Я в прошлый раз делал уже экскурсию по этой площадке, так что подробно о ней рассказывать не буду. Просто чуть-чуть, может, что-то поснимать. Буду надеяться, что эта часть не выйдет длинной, потому что я не люблю особо делать длинные видео. Да? Вчера мы шли по дороге, по лесу, в этот раз через сам лес. Идем к Финскому заливу. Пытаемся пробираться. Ага. Не получилось, там нету пляжа, там трава. Ничего у нас не получилось. Пошли гулять тоже через лес по совсем другой дороге. Ну, вроде как здесь даже поинтереснее, чем по заливу идти. Так что идем. Что стоишь? Кого ждешь? Или медведя ждешь?
кушай. Это котик из прошлой части, вот этот вот черненький. Там у них такой беленький есть. Но черненький больше кушать просит. Вот ему дали немножко плода со сосочки. Вот котик сидит, кушает. А черно-белый котик сидит со злой мордой и никуда не идет. Если что, то подписывайтесь на мой инстаграм, потому что мы давно увидели этого котика. Вот. Нормально. На часах 20:30 минут я с папой съездил в город. Город Выборг. Это самый ближайший город и самые ближайшие магазины. Ехали мы примерно где-то 40-30 минут вообще ехали. Не особо долго. Вот, полчаса мы ехали. Там зашли в магазин «Карусель», все купили мясо. Сейчас оно вроде как на костре готовится, сейчас пойду покажу. Вот, купили там колу. То, что моя сестра сидит, играет в телефоне. Во что ты играешь? Громче говори, а ту камеру. Не помню. Где надо кровать ломать уже. Ну, короче, не знаю, какую игра играет. Она играет вроде как Майнкрафт. Не похоже на Майнкрафт. Вот, сидим, пьем пепси у костра. Что ж, а на этом закончится этот влог. И я со своей сестрой с вами прощаюсь. Но с вами был я, Горгалайф, и моя сестра. Всем пока-пока!